Однажды ты поймешь, почему происходило именно так, и почему нужно благодарить Бога за все. Твоя душа может жить без хлеба, без комфорта, без машины, тряпок и без денег. Но она не может жить без Бога. Не надо никого искать. Всевышний уже давно расписал, кому с кем быть. Если все сложилось не так, как вы ожидали, не расстраивайтесь. Планы Бога всегда лучше наших. Для Бога нет безнадежных случаев и бесполезных людей. Каждый из нас – Его особое творение. Мы не случайность. Иисус умер за тебя, зная, что ты можешь никогда не полюбить Его в ответ. Это и есть настоящая любовь. Сердца людей ценней, чем золотые слитки. Мы все должны друг другом дорожить. Бывает от тепла простой улыбки, стоящий на краю захочет жить. Доброе утро, мой драгоценный друг!